здорово, и с вами снова Сергей. И сегодня мы будем с вами экспериментировать с разводным ключом. Попробуем сделать из него бомбическую самоделку. Поехали! Изначально в размеченных местах нам нужно будет просверлить три отверстия диаметром 3 мм. Теперь нам понадобится каленая шайба, и ее нам нужно будет заточить. Теперь мне понадобится 6 маленьких подшипников. Все детали для сегодняшней самоделки готовы, произведем сборку. При помощи гаечного ключа и отвертки подшипники и ролик затянули. Друзья, и как всегда, легким движением рук и из обычного разводного ключа у нас получился классный труборез. И сейчас мы его с вами оттестируем. Кому как, а я считаю, сегодня у нас получилась просто классная самоделка. Да, конечно, приходится пользоваться плоскогубцами, но это нормально. Если вам понравилось сегодняшнее видео, то поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями, прокомментируйте видео, подпишитесь на канал. А также не забывайте смотреть мои предыдущие самоделки и жать колокольчик, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Увидимся, как всегда, в следующем видео. Всем до скорого!